родина, сказала, что ты шлюха. Ну, знаете, не Бородиной мне меня судить, это первое. Давайте вспомним, сколько Бородина на проекте переспала со сколькими ребятами. Давайте мы, может быть, об этом поговорим, ребят. Или мне кажется, что Бородина профессионал своего дела, понимаете? Позволяя себе высказывать такие слова в сторону участников. И Бородина теперь паханом заделалась, она забыла, как ее Ксения Собчак на лобном месте осаживала. Тогда обсудим по поводу того, что она в мою сторону правильно сказала, что якобы я увожу там мужика из семьи. Так у Бородино есть подруга, которая увела мужика из семьи. Она с ними прекрасно отдыхает, выпивает. Тёмочка, привет. С той женщиной, которая увела мужчину из семьи, где была семья, где были дети. И ничего страшного. Почему она с ней дружит-то?